Сотрудники Ремстроя обследуют городские улицы, выявляют заброшенные участки и проводят подготовительные работы. Где-то есть необходимость выкорчевать пни, собрать булыжники или даже убрать строительный мусор. Почва одеревенела и непригодна для высадки цветов и кустарников. На перекрестке улиц Ленина и Крылова участок газона на перекрестке перекапывают. Перекрестки надо облагородить во всей Анапе. Газонной травой засеять, потом можжевельник казачий посадить. Работа сложная, грунт тяжелый. Как все перекопаем, надо будет под можжевельник внести грунт кислый. Посадить можжевельник, траву посеять. И потом за этим, за всем наблюдать, поливать, подкармливать. Подготовительные работы уже провели на Астраханской, пересечении с улицами Гоголя, трудящихся и Заводской. К началу нового сезона эти уголки будет просто не узнать. Зазеленеют и станут еще одним украшением анапских улиц. В ближайших планах благоустроить все перекрестки центральных улиц курорта.